Уважаемый Константин Михайлович, уважаемые офицеры, студенты, выпускники, родители. Я выражаю признательность за то, что мне оказана честь представить и донести слова поздравления с очередным выпуском от имени командующего войсками Западного военного округа героя Российской Федерации генерал-полковника Журавлева Александра Александровича. Ныне в строю традиционно несут службу много выпускников Балтийского государственно-технического университета, в погонах, которые они сейчас, вот, погоны, которые получены здесь, это знак качества высокой подготовки. Сейчас мне хочется сказать в адрес 28 молодых, хорошо подготовленных лейтенантов, что вас ждут, на вас надеются, в том числе и на Балтийском флоте, который входит в состав Западного военного округа. Хочу пожелать успеха в становлении, родителям гордиться вашими сыновьями, потому что ребята получили основательную подготовку, они вас не подведут. Успехов, всего хорошего и будущих выпускников, которые мы ждем, которые дальше у нас продолжат эту традицию. Всего доброго, успехов. Спасибо большое.